Друзья, привет! Так давно не виделась с вами. У меня поступил запрос на Титипхасану, тьюториал по позе светлячка. И я думаю, почему бы нет, как раз такой классный повод. Значит, первый раз пробую с музыкой, пожалуйста, в комментариях, если что, пишите, как вам больше нравится, когда тихонько или когда играет музыка. Я надеюсь, на бэк-вокале меня YouTube не заблочит. Итак, сначала хорошая разминка. Мы сделаем примерно минут 15, я думаю, чтобы подойти к этой позе. Выделяйте себе время. Работа с руками – это наши действия. Когда мы работаем с верхней частью тела, особенно с нашими руками, да, это стимулирует нашу деятельность. Если ноги отвечают за движение вперед, за нашу мотивацию, за как бы наши желание идти, да, наши возможности идти, то руки отвечают как раз за то, что мы берем это и делаем, да. Руки очень важны, и верхняя часть корпуса также. Поэтому поехали на разминку. Давайте мы немножечко настроимся. Как всегда, любое удобное положение. Ноги скрестно. Хорошо. Пару вдохов, выдохов. Постарайтесь успокоить ваше дыхание. Мне музыка очень помогает дышать в ритм. Мы можем делать на 4 счета вдох и на 4 счета выдох. Это как метроном позволяет нам отвлечься и собрать ум на нашем дыхании. И теперь подумайте о вашей мотивации, подумайте, зачем вы сейчас занимаетесь йогой. Что есть у вас такое, к чему вы стремитесь? Что есть у вас такое, для чего эта энергия, которую мы получим посредством выполнения асан, вам нужна? Что это за желание, что это за цель, которая движет вами? Ощутите себя владеющими, уже достигшими результата. Как вы будете себя чувствовать? Может, это какое-то ликование, свобода, радость, облегчение? И через стороны потянитесь руками вверх и опускайте руки на грудь. Однократное ом, делаем глубокий вдох. Тело речь, ум. Помним о нашей мотивации и начинаем заниматься. Сначала несколько таких сбросов плечами назад, немножечко работаем с верхней частью спины. Все в ритме вашего дыхания. Вдох, руки уводим назад и немножко вниз. Выдох, вперед и немножко вниз. Назад, параллельно полу. Выдох, вперед, параллельно полу. Назад и вверх. Выдох вперед и вверх. Еще раз назад и вниз. Руки в замок. И хорошенько со стороны в сторону подкрутите его. Можно руки поставить на пол. Нижнюю челюсть за верхнюю. Целуем потолок. Хорошо, грудь тянем вперед и вверх. Отлично. И вытягивайтесь вперед, расслабляйтесь. Чувствуйте, как нижняя часть спины. С нее уходит все напряжение, можно покачаться. За правое бедро. За левое. Очень хорошо. Руки убираем в стороны, несколько раз вращаем нашими запястьями в обратную сторону. Хорошо.
И теперь пальцы с кресна, прям хорошо-хорошо повращать в одну и во вторую сторону. Размять наши руки, меняем крест запястья. И точно так же в одну и во вторую. Отлично. Одну ногу мы вытягиваем, пускай это будет правая нога, внутрь и наружу на вытянутые подъемы мы разминаем наши тазобедренные суставы. Угу. Старайтесь сидеть с ровной спиной, и чтобы не заваливалась стопа правой ноги, ни внутрь, ни внаружи, это достаточно важно, отстроить все суставчики правильно. Точно так же мы сейчас делаем на вторую сторону. Все в ритме вашего дыхания. Я делаю два движения на вдохе и два движения на выдохе. Вы можете делать медленнее, берите ваш темп. Это же ваша йога. Хорошо, еще несколько раз. Отлично. Так, вытягиваем правую ногу, возвращаемся к левому. К левой ноге согнутой, левая рука у нас в упоре, правая пятка стоит на полу, на вдохе таз вытолкнули вверх, хорошо раскрыли плечи и с выдохом наклон на правую ногу. Еще вдох и выдох. Сильные бедра, активные ягодицы. Вдох. И выдох, обязательно прямая спина. Еще. Хорошо, и последний раз зафиксируйте себя, несколько секунд. И выдох, также зафиксируйте себя, вытянули спину и ушли в наклон. Колено подтянуто, стопа смотрит вверх. Чувствуйте. Так, с левой стороны раскрепощается ваша поясница. Обе седалищные кости на полу. С выдохом еще немножко ниже. Отлично. И теперь мы правую ножку согнем, а левую ногу поставим за правое бедро. Угу. Обе ягодицы на полу, прямая спина, вдох. Вытянулись, левая рука ушла назад за крестец. И выдох, притягиваем бедро к себе, смотрим назад. Несколько циклов дыхания, вдох, выдох. Отлично. И аккуратно мы выходим отсюда. Можно немножечко вытолкнуть себя из левого бедра. Правая рука теперь у нас в упоре, можно уйти ею на локоть. И как будто левая ягодица может подняться здесь. И как будто мы выталкиваемся из нашего левого бедра, левое плечо тянется к полу. Почувствуйте область вашей поясницы хорошо. Еще парочку секунд. Отлично. Уже гораздо легче. И то же самое на вторую ногу. Левая у нас прямая, правая в упоре. Вдох, таз вверх, сильные бедра, ягодицы. И выдох. С прямой спиной наклон на левую ногу. И делаем в своем темпе. Кайфуем от музыки. Если вы делаете это так, как я получаю просто неимоверное удовольствие. Я растворяюсь в этих звуках. И ноты для меня лишь оттеняют прекрасность и великолепие тишины. Еще пару раз. Если я с утра не потанцевала, день прошел зря. И с очередным разом мы давайте зафиксируемся на несколько дыхательных циклов. Сильные бедра, подтянутые ягодицы. Грудь раскройте, выталкивайтесь из опорного плеча. И точно так же с выдохом на прямую спину, наклон вниз. Отлично. Помните, для чего вы это делаете? И еще прямее выровняйте спину и опуститесь глубже. Отлично. Теперь у нас левая нога согнута, правая уходит за нее, стопа на полу.
Обе ягодицы на полу, вдох, вытянулись и с выдохом. Матсьендрасана. Бедро к себе, дышим в живот. Массируем живот. Как приятно. Отлично. И теперь мы выталкиваем себя из правого бедра. Левую руку мы можем убрать на локоть. Точно так же правая ягодица у нас отходит от пола, а правое плечо к нему стремится. Очень хорошо. Отлично. Супер. Уже гораздо лучше. Дайте себе столько времени, сколько вам необходимо. Так. И поехали дальше. Нам нужно хорошенько разгорячить тело, чтобы наша задача, наша титипхасана получилась у нас максимально красивой, приближенной к идеалу. Пару циклов виньясы. Я, может быть, даже вот так вот стану для вас, чтобы вам было лучше видно. Аштанга намаскар. Грудь между руками. Вдох. Кобра. Можно поближе ноги соединить. Выдох. Собака мордой вниз. Здесь пару циклов дыхания. Хорошенько выталкивайтесь руками от пола. Если пятки не становятся на пол, ничего страшного. Колени можно подсогнуть. И теперь несколько раз активно колени, грудь, подбородок. Вдох. Кобра. И выдох, собака мордой вниз. Колени, грудь, подбородок. Вдох. И выдох. И еще разок. Колени, грудь, подбородок. Вдох. И выдох. Очень хорошо. Здесь глубокий вдох, выдох. Молодцы. И аккуратно мы ногами подходим к рукам. Ага, значит, мы полувыравниваем, полуподъем корпуса, максимально прямая спина, бедра мы выталкиваем в разные стороны, подхватываем руками большие пальцы, на вдохе полностью вытянулись, с выдохом мы руками притягиваем себя к ногам, большие пальцы тянем на себя, локти мы разворачиваем в разные стороны и хорошенько говорим головой «да» и «нет». И можно еще ближе подтянуться. Отлично. С мягкой спиной мы поднимаемся вверх. Ох, как хорошо. Так, ноги широко. Можно немножечко поработать с суставами. Я люблю потанцевать. Угу. Разворачиваем правую ногу в сторону, вытягиваемся и выходим на триконасану. Давайте мы попробуем сейчас не касаться руками пола, у нас подтянутое колено. Таз мы развернули так, как будто сзади нас стена, и максимально удлинили позвоночник в разные стороны. Пару циклов дыхания, чувствуйте внутреннюю поверхность бедра, поясницу. Отлично. Супер. Разворачивайте корпус на правое бедро, туда же разворачиваете левую ногу. Наклон. Отлично. И опускаете левое колено на пол. Анджнаясана. Еще. Можно, если напрягаются плечи, руки убрать в кактус. Сильная левая ягодица. Чувствуйте раскрытие паха. Левая рука опускается на пол, правой рукой мы подхватываем левую ногу, выталкиваем от себя наше бедро, нашу голень. Хорошо. Расслабляйтесь, дышите и помните о вашей мотивации, зачем вам все это надо. И точно так же мы выходим на вторую сторону. Хорошо. Развернули левую ногу, уехали в левую сторону. Рука не касается пола. Таз раскрыт, выровняли спину. Еще вдох-выдох.
Отлично. Закрываете корпус, закрываете таз и наклон напрямую лево. Супер. Правое колено на пол, шаг можно немного шире, анджнаясана. Левая нога под коленом, правая ягодица напряжена. Руки можно убрать в стороны, если чувствуете, что зажимается шея. И еще пару раз. Вдох и выдох. Держим равновесие. Отлично. И снова выходим ножками в разные стороны. Угу. И теперь мы с вами поработаем такие сумо приседания. Стопы убираем в разные стороны. Угу. Хорошенечко таз подверните в себя. Угу. С выдохом сели. Поза ступы, да. Можно руки развести в кактус тоже. Угу. На вдохе встали, поднялись, закрыли таз. Еще раз выдох. Вдох. Выдох. Сильные ягодицы. Вдох. И еще раз выдох. Останьтесь в этом положении. Можно поперетекать немножко. Вдох. Потянулись. Выдох. Вдох. Выдох. И еще по разочку. Отлично. Поехали. Вверх закрываем стопы, притягиваем корпус к ногам. Вниз. Снова разводим наши стопы. И можно немного помочь себе локтями. Выдох. Руками притянули себя. Вдох. Колени в стороны. Локтями помогли. Выдох. Пускай это будет мягкое движение. Если вам нужно, работайте медленней. Мне нравится, что динамика делает меня горячей, готовой к глубокому вхождению в асану. Еще. И теперь останьтесь в низкой ступе, живот вниз, вниз. Остались животом параллельно полу, перетекаем со стороны в сторону. Руки смотрят друг на друга, одно плечо вниз. Вдох исходный, второе плечо вниз. Отлично. Стопы закрыли, точно так же притягиваем себя теперь на широкие стопы. Линия между ног. На одну. Расслабляйтесь, расслабьте мышцы лица. На вторую. Очень хорошо. Молодцы. Опускайтесь, пожалуйста, на ягодицы. Прямая спина, ноги как книга. И теперь сильнее раскрывайте стопы, наклоняйтесь к ногам. Молодцы. Потянитесь от одного бедра, от второго. Отлично. Снова обхватываем двумя пальцами большие пальцы ног. Находим удобное место на ягодицах между седалищными буграми и копчиком. И теперь аккуратно убираем ноги в стороны. Если есть возможность, немного притяните ноги на себя. Глубокий вдох-выдох. Прямая спина, как будто вас что-то тянет за макушку, подтянутый живот. Колени тоже подтянуты. Еще парочку секунд. Отлично. Можно попробовать ножки соединить. Супер.
Отлично. Теперь поставьте руки пальцами к себе за ягодицы. Угу. И на вдохе, на вытянутые ноги, пальцы ног тоже от себя, таз подтолкните вверх. Вдох. Я уехала. Еще немножко выше. И опускаетесь. Скомпенсируйте немного руки. Большие пальцы к себе. Чувствую, что тело уже горячее. Уже можно пробовать аккуратно опускаться глубже. Наша задача хорошо вытянуть низ спины. Вообще хорошо поработать со спиной. Ягодицы из-под себя. Наклон на ноги. И задней поверхностью бедер. При этом нужно, чтобы все эти области были хорошо разогреты. Подойти к этому можно разными путями. То, что мы делали сегодня, на мой взгляд, очень неплохо готовит нас к титипхасане. С выдохом еще немножко глубже. И помним о нашей мотивации. Зачем вы делаете то, что делаете? Помним, что йога работает только если вам есть ради чего ею заниматься. Молодцы! Итак, аккуратненько выходим отсюда. Есть вообще несколько способов выйти в титипхасану, но я рекомендую выходить стоя. Я немножко развернусь боком, чтобы вам было хорошо видно. Ноги достаточно широко, но не очень. Угу. Руки на первых порах можно чуть-чуть шире плечей. Да? Потом мы, когда будем учиться выпрямлять руки, мы будем пробовать выходить ими прямо под плечи. Угу. На первых порах вы можете локти немножко разводить в сторону. Итак, мы сейчас опускаем живот между бедрами. И руки мы ставим за стопы. За стопы. Аккуратно опускайте таз на вашу плечевую кость. То есть таз у вас опущен. Угу. Мы мягко вес тела переносим на руки. Аккуратненько. Пробуйте. Пальцы разбросаны в разные стороны. Вот, вы почувствовали хорошо, вы сидите очень уверенно. И теперь мягко по одной ноге поднимаете обе ноги врозь. И если есть возможность, вы выравниваете ноги и опускаетесь корпусом параллельно полу. Можно точно так же подвыпрямить руки и вытянуть ножки. Большие молодцы! Хорошо, пробуйте несколько раз, пробуйте до того момента, пока у вас не получится. Это может занять вас неделю, месяц, смотря какая у вас исходная подготовка. Помните, что с каждым разом у вас будет получаться все лучше и лучше. И помните, что самый большой, самый великий путь, он начинается с первого шага. Угу. Хорошо, давайте еще разок. Хороший упор руками. Бедра на плечевые кости. Вышли весом тела. Молодцы. И, естественно, после такой нагрузки на руки я рекомендую сделать компенсацию для рук. Пальцы большие к себе, тыльная сторона ладошки. Ставите ее на пол. Благодарите себя за то, что вы сделали. Благодарите себя за те жизненные силы, которые у вас появились благодаря этой практике. Благодарите себя за свои семена, которыми вы создали это пространство и время для занятия. Супер. И теперь вы можете сделать коротенькую шавасану.
постарайтесь полностью расслабиться после хорошего напряжения. Расслабление идет легко. А я с вами попрощаюсь на сегодня. Намасте. Всем супер классного дня!